Мы на месте. Мы приветствуем Яниса и интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Он доверит. Визуально ничего не мешает? У него, как, я не знаю, как его назвать, жук. У него руки вот как жука лапы. Жук в нем находится? Да. Сила моего намерения вытягивает этого жука и бросает в клетку тюрьму. Жук. Нормально. Готово. Хорошо. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Яниса под ногами 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Яниса. Находит все. У него арахноид. Арахноид. Красный дракон. Красный дракон. А вот этот жук, у которого лапы как ножницы. Такие большие лапы. Понятия не имею, откуда эта сущность. Будем разбирать. Суккуб. И демон, который уже в клетке. Так, жук. Откуда ты? Чей ты? Это разновидность инсектоида. Не встречался. И сколько ты находишься в этом биополе? Жук. Между 3-4 месяца. Это ты пугал душу своими клешнями? Он не знает, какой эффект был на душу. Его главная цель была эта энергия. Поглощение энергии, насыщение ими. То есть у тебя не было никакого желания размножаться, ты просто сожрал энергии чужие, да? Так именно. Хорошо, будем разбираться. Чтобы расти. Угу, хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать другие вопросы. Даю команду тонкой копии Яниса спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. В его биополе. Каналы выстроились, в сущности каждый подходит к своему каналу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Янису. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней, все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Арахноид, сколько ты находишься в этом биополе? 4,5 года. Красный дракон. Какой у нас красный дракон? 27,82. Хорошо, красный дракон. Сколько ты находишься в этом биополе? 3 года 8 месяцев. И какая цель твоего пребывания в этом биополе? Энергии. Понятно. Контракта у тебя нет? Нет контракта. Идем дальше. Суккуб, сколько ты находишься в этом биополе? 8 месяцев. И демон, сколько ты находился в этом биополе? 1 год и 2 месяца. Хорошо. Ждем окончания реверса. А вот к этому инсектоиду, жуку, идет как кислота какая-то. Ты что, менялся энергиями? У них у всех как подчинение идет, у красного дракона, у этого жука. Чтобы он делал то, что им нужно. Это мы еще проверим сегодня насчет этого жука. Не стоит ли ему отправиться в межгалактическую полицию вместе с красным драконом, если ущерб был сильным, когда вы просто нападали на человека. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса я не забираю всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Яни себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Кто из вас присутствует еще в квартире, где живет Янис, кроме демона? Арахноид, красный дракон. Арахноид, красный дракон. Понятно, суккуб и жук там не живут. Готово, реверс закончился. Хорошо, начинаем с вытаскивания. Начинаем с демона. Демон, скажи, есть лярва у него? Но он показывает руки из затемнения от клешней. Хочешь получить? На голове из затемнения от арахноида хочет. Забирай тогда, выходи, снимай все, что ты оставил. После этого я дам тебе отдельную команду на затемнение. Сможешь их забрать. Приступай. Он с ног снял под ключки. Хорошо. Ждет команду. Разрешаю тебе забрать все затемнения. Забирай, возвращайся назад. Готов. Выходит суккуб. Снимай все, что ты оставил в его биополе. Отключайся полностью. И как закончишь, возвращайся назад. Что он установил в биополе? Накидка? У него как маска на лице, которая делает как оскал у него. Он раздражал. Присутствующих или кто с ним общался? Нет, это на жену было установлено. Ты суккуб не хотел? Он ее раздражал. Что бы он ни сделал, ни говорил. Все вот эти вибрации, которые шли от его под ключик, на раздражение работали. Понятно, да, так работают суккубы и инкубы. Итак, ждем, пока он все снимет. Все снял.
Хорошо. Красный дракон, выходи. Вытаскивай свои платы, отключайся полностью. Возвращайся назад. Готов. Арахнует, твоя очередь. Выходи, вытаскивай всю свою паутину, иголки. Ничего не забывай, возвращайся назад, приступай. Готов. Время пришло для жука. Выходи, вытаскивай все, что ты оставил в этом биополе, чтобы следов твоих не было, возвращайся назад. Это желудок. Бил по желудку. Ну, там еще его жидкость отравления и шла. Это центральная чакра, где он сидел, и дальше он расходился вниз и в руки. Собрал у него тоже мелкие, как у паука. Иголки только у него мелкие, остатки он все снял. Все забрал? Ничего не осталось? Да. Даю команду на рассинхронизацию Яниса с этим жуком, арахноидом, красным драконом, суккубом и демоном. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Он на себя смотрит и говорит, от моих энергий почти ничего не осталось. Все тела были заполнены чужими энергиями. Так и есть. Чисто у него. Свои энергии надо защищать. Хорошо, чисто. Подхожу к Янису, помогаю ему энергии отстегнуть ему все каналы на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетает канал, отстегивается. Открываю воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Суккуб, ты больше не придешь в это биополе, тебе это понятно? Да. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба. Забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Арахноид, красный дракон и демон. Я сейчас открою вам два портала в дом, где живет Янис. В один пойдет арахноид вместе с красным драконом, во второй портал пойдет демон. За это время вы соберете все, что вы оставили в этом доме. Я приду, проверю и отправлю вас на вашу частоту в первый раз. Все понятно? Понятно. Демон мне еще покажет все порталы в доме и на прилегающем земельном участке. Я их закрою и за это соберу ему негатив. В дорогу, если его интересует. Интересует его. Хорошо. Открывается два портала в дом Яниса. Один, два, три. В один идет арахноид с красным драконом. Во второй идет демон. Закрывая, печатаю, растворяю оба портала. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Ли, у меня здесь какой-то жук относится к инсектоидам. Никогда такого не видел. Во всяком случае, он отравлял человека. Полностью занимал его, пытался занять его тело и жрал все энергии. Я не знаю, для меня он звучит как паразит. Посмотри, пожалуйста. Мы заберем его на проверку и отправим. Хорошо, благодарю тебя. Куда нужно. Хорошо. Ой, он встал на задние лапы, он высокий такой. Прощается с тобой, наверное, да? Нет, он пошел туда. У нас в стене открывается, стена открывается в комнате, да. В его участке клетки, и она соединяется с кораблем, где их забирает. Отлично. Готово. Хорошо, значит, клетка у нас тогда пустая. Идем дальше. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Янис, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Очень интересное чувство, как будто моя душа развернулась и открылась, наслаждаясь энергиями. Потому что она получила свои родные энергии, которые у вас воровали сущности, которых мы вывели из вашего биополя. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробо-душа, для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И сразу перейдем к чистке вашего дома и автомобиля. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Яниса в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Дом ты видела. На счет 3 ты стоишь перед входной дверью в дом Яниса. 1, 2, 3. Ты перед домом. Да, я здесь. По всему пошел процесс. Входи в дом. Клетка остановилась на первом этаже в зале, в комнате, где камин. Да. Здесь арахноид, красный дракон, демон. Да. Черт. Неупокоенная душа, две воронки. И у нас еще остались платы гуманоида. На счет 3 это платы подсвечиваются красным цветом, ты видишь их четко и ясно. Это комната наверху. Хорошо. Под этими платами внизу открываю воронку в галактическое ядро, срываю эти платы все полностью, кидаю в галактическое ядро, закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Итак, арахноид, ты все собрал? Да, все собрал. Больше не приходи в этот дом, тебе это понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида.
Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Красный дракон, ты все свое собрал? Да, у него были платы лестниц на потолке. Я хочу получить слово красного дракона, что больше никогда ни в этот дом, ни в биополе не войдешь. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Демон, ты свое все собрал? Все собрал. Какой у нас черт? 5. Хорошо, черт. Выходи. Собирай все свои комочки, одеялки, сеточки, все, что ты оставил в этом доме. Ничего не забывая, возвращайся назад. Приступай. У него коридоры, лестницы, сетки. Снимай их. Ну да, там все люди проходят. Снял все. Хорошо. Сейчас я разберусь с неупокоенной душой. Там у нас две воронки. Под воронками открываю портал в галактическое ядро. Воронки уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Неупокоенная душа, представься, как тебе обращаться? Линда. Линда, как давно ты находишься в этом доме? 5 года. А почему ты здесь находишься? В чем причина? Почему ты не ушла? Нашла здесь пристанище. А почему ты не ушла в портал светлый, когда после закончила свою земную жизнь? Это была моя ошибка. Как давно ты закончила земное существование? В каком возрасте? 33 года. И как давно это было? В каком году? 1989. Линда, ты очень долго находишься уже здесь. Ты сказала, ты сделала ошибку. Если ты хочешь, мы тебе можем помочь исправить эту ошибку. Ты хочешь уйти в светлый портал? Матрица Земли очень плотная. Мне не хватает энергии, как бы я ни набирала их проникнуть через нее. Мне нужен портал. Я тебе могу открыть этот портал. Ты хочешь уйти в этот портал? Я хочу. Мне давно пора. Открывается светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. И Линда идет в этот портал. Ее встречает куратор. Все, кто ее знают и любят, по ту сторону встречает Линду. Мы желаем ей всего наилучшего в новой жизни. Ее встречают, у нее слезы. Отлично. Значит, хорошее дело сделали. Закрывай, опечатай. Кто встречает, ее берет за руку куратор ее. Хорошо. Ну что ж, закрываем, опечатаем, растворяем. Готово. Хорошо. Демон, черт, мне покажет порталы. Но у них ступор от увиденного. Почему? Они еще никогда не видели светлый портал? Чтобы так открыть, там энергии светлые очень. Понятно. Им просто неуютно стало, да? Или чем объяснить их ступор? Но они увидели параллельное своему миру. Так и есть. Хорошо, значит, получили новый опыт. Итак, я возвращаюсь к своему вопросу. Черт. Хорошо, черт, пошли по дому. Показывай мне все порталы, я их закрываю. И потом собираю вам весь негатив в этом доме и на прилегающем земельном участке. Приступай. Там камин сразу можно идти. Но он показывает трубу, здесь нет портала. Первый, наверное, камин, который без портала. Идем дальше. Показываю. Здесь на втором этаже в коридоре, да. В потолке портал. В этом месте внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал вместе с фантомом, порталы и частицами уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, опечатывая, растворяю. Готово. Дальше портал сбоку в стене, где бойлер, вниз и вверх. Он идет как труба. Под этим порталом внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал засасывается на переработку в чистую первичную энергию вместе со своим фантомом и частицами. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Хорошо. Зеркало в комнате, в шкафу. Под этим зеркалом внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал, фантом и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, опечатываю, растворяю. Дальше он идет по спальням, открывает шкаф, где сидела Рахноид. Порталов там нет, он идет дальше. По-хозяйски. В ванне. В ванне в полу. Под ванной внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал, фантом и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Все? Нет, еще есть комната. На первом этаже, на самое дальнее. Да. Вот там в стене в углу. В этом углу внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал, фантом и частицы портала уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Найдет на улицу. Пошли. Возле дальнего забора там что-то стоит большое. Вот за ним. Есть портал между забором. В этом месте открываю внизу воронку в галактическое ядро. Портал, фантом и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово, все. Хорошо, возвращаемся к клетке. Даю команду на 3 эмоциональной энергии, эмоции, мысли, чувств.
Здесь два огромных овала. Вход космическим, открывая воронку в галактическое ядро, уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатаю, растворяю. Второй шар делю на две равные части. Без демон и черт забираете? Да. Отправляю каждому по его половине. Готово. Хорошо. Меня интересует только этот дом и этот земельный участок. Я прошу вас сюда больше не приходить. Я здесь буду ставить защиту. Все понятно? Да. Открывается внизу два портала. Один на чистоте демона, один на чистоте черта. Демон забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Черт забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываю, печатаю, растворяю оба портала и ставлю две огненные пентаграммы. Готово. Под клеткой тюрьмы открываю воронку в галактическое ядро. Клетка уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Обновляется в автоматическом режиме. Готово. Хорошо, мы здесь закончили. Отключаемся от дома и переносись к автомобилю Яниса. Ты перед автомобилем. Да, я здесь. Вокруг автомобиля устанавливается рядом с автомобилем. Пошел процесс. Арахноид. Арахноид. Энергии красного дракона здесь есть, а у самого нет. Да. И это воронка. Это тот, который у нас был, красный дракон, да, скорее всего? Это тот, да. Он сидел в хозяине машины, и эти энергии выплескивались там. Откуда? Достаточно энергии. Понятно. Красный дракон обычно поджигает своими энергиями, то есть человек нервничал за рулем, я полагаю. Хорошо, под воронкой открываю портал в галактическое ядро. Воронка уходит на переработку, закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Арахноид, выходи, собирай все, что ты оставил в этом автомобиле, ничего не забывай, возвращайся назад, приступай. Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. На счет 3 из автомобиля начинает выходить его построение. 1, 2, 3. Энергии летят к клетке тюрьмы и формируются в один большой шар. Пошел процесс. Вместе со всеми энергиями там выходят мысли, слова. В один шар все это собралось. Большой? Как меч. Открывая под этим шаром воронку в галактическое ядро, уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Под клеткой тюрьмы открываю воронку в галактическое ядро, и она уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Обновляется в автоматическом режиме. Готово. Хорошо, мы закончили. Отключаемся от автомобиля и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем.